В XI веке Тибет был землей буддистов и мистиков, где ламы и чародеи странствовали, а йогинов можно было видеть летящими по небу. В год водяного дракона на высокой бесплодной равнине в тени великой горы Тиси родился младенец, которому суждено было стать одной из наиболее почитаемых фигур в истории Тибета. История его жизни стала вдохновением для миллионов. Это был прославленный Миларепа, но прежде чем он стал почитаемым Миларепой, он был человеком, которого звали Тхапага. Превосходно! Моя жена родила сына. Очень хорошо. Это радостное известие. Мы будем называть его Тхапага, радостное известие. Она так удачлива. Богатый муж, а теперь сын. Идем, Дзесай. Идем же. О чем это вы двое говорили? О будущем Тхапаги и Дзесай. Это все, о чем вы говорите в эти дни. Вот поешь немного мяса. Оно сделает тебя сильным. Пета, разбуди своего отца. Он должен идти в Дингри. Тхапага, а от этого слишком много пыли.
Мама, отец не поднимается. Зови моих брата и сестру. Юндрун, Ялцен и Пейден, пожалуйста, позаботьтесь о моих детях. Даруйте им любовь. Меня здесь не будет, чтобы сделать это. Не волнуйся, твои дети, мои дети. Все в письме. Я вверяю своих детей вам, их дяде и тете. Когда мой сын достигнет зрелости для женитьбы на Зесай, пусть он получит все мое состояние без исключения. Каргье, прошу, прости меня. Я не ожидал, что уйду так скоро. От этого так печально. Это нечто, что мы не изменим. Это карма. Будь сильной. Не волнуйся за нас. У нас все будет хорошо. Не оглядывайся. Возьми это. И это тоже. Это наши наиболее любимые драгоценности. Богатая вдова является легкой мишенью. Они будут в большей сохранности с нами. Мы за вами присмотрим, не беспокойтесь. Пета, ты все еще вытаскиваешь в шеи из своей кофточки? Мне и правда нужна новая. Как ты можешь так говорить? У нас даже недостаточно еды. Ты все еще не закончила? Ты такая лентяйка. Чем ты занимаешься весь день? Твой муж и впрямь тебя разбаловал. Если ты не работаешь, почему мы должны тебя кормить? Нила не собирается возвращаться. И тот ваш сын, где он? Поторапливайся и заканчивай. Поспеши. Нам не следовало вас впускать. Не трогай это. Это для Сенге.
Удовольствие одного является болью другого. Тебе надо отдохнуть. Я закончу. Но почему я всегда проигрываю в кости? Дзесай, какой приятный сюрприз. Что ты здесь делаешь? Я надеялась, что разыщу тебя здесь. Может, мы пойдем обратно вместе? О, погоди. Это для тебя. Сушеный сыр? Спасибо. Это для тебя. Они приятно пахнут. Хотел бы иметь больше, чтобы дать тебе. Достаточно того, что думаешь обо мне. Разве тебе не хватает? Какая прожорливая женщина. Какая жалость, что она моя сестра. Как смеешь ты петь, когда мы так бедствуем? Мама, прости меня. Хотела бы, чтобы твой отец был здесь. Если бы он был все еще здесь, все могло бы быть иначе. Что здесь происходит? Приведи себя в порядок. Сегодня важный день. Ставьте прямо здесь.
Юндурун Гелце. Каргьен хотел бы пригласить вас обоих на праздник рисового вина. Она устраивает празднование? Что здесь происходит? Просто небольшая встреча с друзьями и семьей. Пожалуйста, пересаживайтесь. Каргьен, пора. Я благодарна, что вы присоединились к нам для этого скромного празднования. Как все вы знаете, с тех пор, как мой муж Мила умер, много лет тому назад, мы сильно нуждались. Сегодня начало новой поры и радостные события. Юндурун Гьялце и Пейден, я хочу поблагодарить вас за заботу о нас. Я пригласила вас сюда, чтобы попросить возвратить наследство моего сына, оставленное ему его отцом. Наследство? Какое наследство? У Милы не было имущества, оно было всегда моим. Данное ему взаймы. Моим. Он просто возвратил его мне. Пожалуйста, не говори так. Даже если осталось не так много, отдай нам то немногое, что осталось. Ты что, не слышишь? Ничего нет. И это то, что мы получаем после всех этих лет? Даже этот дом принадлежит мне. Ты жадная женщина. Не прикасайся к моей матери, оставь ее в покое. Стойте, остановитесь. Нам это не нужно. Не будь так наивен, это твое. Это право твое по рождению. Глупая корова. Где ваша преданность? Скажите же что-нибудь. Мила был добр к вам. Я позвала всех вас сюда, думая, что вы почтите предсмертное пожелание Милы. Почему никто не выскажется? Пойдем. Вы об этом пожалеете. Однажды вы будете страдать, как и мы сейчас. Если вас много, развяжите войну. Если вас мало, наложите проклятие. Эти люди следуют запаху денег.
Я сделаю чай. Несколько кофточек для Петы. Спасибо. В эти трудные времена вы двое и мой брат единственные, на кого можно положиться. За это я очень признательна. Это много для меня значит. Вы должны отправить Тхапагу изучать искусство. Могу я чем помочь? Мне нужно место для ночлега. Сейчас спущусь. Достаточно? Я принесу другую масляную лампу. Осторожнее, последствия могут быть ужасны. Моя мать дала мне участок, когда я вышла за Милу. Это все, что у меня осталось. Почва здесь не особо, но ячмень растет здесь хорошо. Это все, на что нам придется жить. Пожалуйста, мне действительно нужны деньги. Твой муж всегда был добр к нам. Так что я куплю поле как одолжение. Спасибо тебе. Сын, я продала поле. Что? Почему?
Мы так долго страдали, я не могу этого больше выносить. Я желаю мести. По отношению к тем, кто навредил нам. Что мы можем сделать? Твоя тетка получит то, о чем она просила. Я хочу, чтобы ты овладел искусством магии. Уничтожь свою тетку и дядю и всех жителей, которые плохо с нами обращались. Дзесай, мне надо уйти. Как надолго ты уйдешь? Не знаю. Быть может, несколько месяцев. Я постараюсь вскоре вернуться. Тебе обязательно идти? Скорее. Солнце почти взошло. Ты должен уйти до того, как деревня проснется. Сын, пусть память о твоем отце и жестокость твоего дяди вдохновят тебя в твоем учении. Если отмщение скоро не наступит, я покончу с собой в твоем присутствии. Мать, я постараюсь. Поднеси эту бирюзу своему учителю. Я вернусь, как только исполню твое пожелание. Береги себя. Дзесай, что ты здесь делаешь? Я хотела видеть, как ты уходишь. Не открывай это сейчас, это сюрприз. Я буду скучать. Мне надо спешить. Возвращайся поскорей. У него никогда не получится, я клянусь. Каргин послал Тхапагу обучаться магии. Вы уверены? Да, я только что слышал.
Могу я сделать привал здесь на ночь? Хорошо. Ночи становятся довольно одинокими в этих краях. Откуда ты родом? Кья Мгаца. Это возле Гунгтанг. Что привело тебя в эти края? Что бы ни было, у нас впереди долгая ночь. Чудесно. Я собираюсь развесить молитвенные флаги за наше безопасное путешествие. Защитники обитают в местах, подобных этому. Скорее. Мой день приближается. Поехали. Дхарма, что ты делаешь? Поторопись, скорее едем. Они не могут быть слишком далеко. Пошли.
Не оборачивайся. Я беспокоюсь о своей семье. Они могут быть в опасности. Не позволяй своим эмоциям возобладать. Что такое? Мы уже пересекали эту путь. Быть может, это магия Тхапаги? Это не Тхапага. Мы просто заблудились в тумане. Чёртов туман. Видно следы? Ты всё ещё беспокоишься? Да, они могут оказаться здесь в любой момент. Поверь мне, они не придут. Откуда ты знаешь? Они немного заплутались в следах. Заплутались? С чего бы им заплутаться? Я поиграл с их умами. Что? Я поиграл с их умами. Как? Как ты это сделал? Я общался с великим мастером. Кем? Юнгтон Трагьел из долины Ярлунг. А, это поразительно. Он тот, кого я разыскивал. Вон крепость Юнгтон Трагьела. Ваш отец ожидает вас. Он твой отец? Ты должен был вернуться еще вчера, но ты здесь сегодня. Я повстречал кое-кого по пути. Он нуждался в моей помощи. Должно быть, есть достаточное основание, объясняющее, отчего ты проявил участие по отношению к нему. Ну, и что за история у тебя?
Я делаю это подношение. Я прошу вас принять меня как своего ученика. Вчера я говорил о таблицах смерти, которые используются для определения времени смерти человека и того, когда их жизненная сила уязвима. Каждый день недели у всех есть белые дни, когда их энергия и жизненная сила высоки. И черные дни, когда их энергия и жизненная сила слабы. Если ты хочешь помочь кому-либо, необходимо это делать, когда проходят твои белые дни. Но чтобы навредить кому-то, ты должен определить, когда твой белый день пересекается с черным днем твоего врага. Если ты сможешь определить такой день, ты будешь уполномочен совершать чары эффективно. Ты никчемный. Ну погоди. Есть другие претенденты? Ты иди. Нет, ты иди. Эй, Тхапага! Я покончу с собой. Вам были даны все необходимые наставления, заклинания и тайные методы. Пришло время для вас вернуться в свои поселения. Больше нечему вас учить. Охраняйте учение и практикуйте верно. Это не приводит к жизни, это просто
Тхапага все еще здесь, он снаружи. Бедный малый. Он думает, магия является оружием бедняка против несправедливости. Мне его привезти сюда? Да. Почему ты все еще здесь? Практики, что я изучил, недостаточно эффективны. Если я уйду сейчас, моя мать покончит с собой. Драгоценный учитель. Я и спрашиваю сокровенные тайные учения. Я пошлю Дхарму в твою деревню, чтобы он проверил твою историю. Но это займет много дней, она очень далеко. Это не займет много времени. Дхарма – знаток быстрых ног. Он вернется за один день. Учитель, Тхапага говорит правду. В самом деле, поскольку ты говоришь правду, у тебя нет выбора. Твои жестокие и безнравственные родственники не принимают во внимание.
что справедливо, а что нет. Они должны претерпевать последствия своих деяний. Харма проводит тебя к учителю, Йонтен Гьяцо. Он в самом деле может мне помочь? Безусловно. Он является потомком Сангье Еши. Нет ничего более могущественного, чем он. Предстань передо мной. Этот старик никогда не оборачивается. Мы ученики Юнгтон Трагьелы. Я ожидал вас. Соорудите замкнутое помещение, где люди не будут его видеть. Этот особый метод является тайным учением. От линии передачи великого учителя Сангье Еше, переданный лишь однажды за период жизни учителя. В этот жизненный период вы единственные получите его от меня. Если практикуешь его усердно, результат должен появиться за 7 дней. Хапага, это 7-й день. Есть какие-либо знаки? Лама, я прошу продолжить еще 7 дней.
Ты явно сошел с ума. В полной темноте ум не имеет погоды. Мысли становятся сильными и безрассудными. А видения появляются из хаоса. Если ты пойман этими иллюзиями, ты не достигнешь никакого совершенства. Ах, вы маленькие чудовища, смотрите, куда идете. Пора.
Молодой человек, этот шторм приближается? Да, очень большой шторм. Нам надо укрыться. Наконец-то. Это должно быть Тхапага. Я вас предупреждала, моя месть грядет. Вы заслужили это за то, что причиняете нам боль. Вы меня слышите? Не могу поверить, что этот день наконец наступил. Какой превосходный спектакль для сердца. Я убью тебя, ведьма.
Смотри, дым. Идем. Эй, стой, где стоишь. Подойдете ближе, и я убью вас всех. Убийца, сперва мы убьем тебя. Ты заслуживаешь смерти. Ты уничтожил мою семью. Что ты хочешь? Безопасного места для ночлега. Старый монах, благодарю тебя. Чем могу быть полезен? Старец, мы разыскиваем друга. Он не приходил сюда? Редко кто-либо проходит этой дорогой. Старец не стал бы врать. Пойдем, нам надо идти. Враги никогда не заканчиваются. Твои враги проистекают из твоего ума. Это попросту вопрос изучения, как контролировать свой ум. Тебе лучше доей свой суп, пока он еще горячий. Ты что читаешь? Слова Будды. И что говорит Будда?
Прекрати негативные действия, способствуй позитивной активности и покоряй свой ум. Почему бы тебе не помочь мне с этим? А в чем проблема? Тебе следовало бы возликовать в твоих достижениях. Возликовать? Я ничего не достиг. Не позволяй воспоминаниям о мертвых преследовать тебя. Они заслужили это.
сядь. Что тревожит тебя последние дни? Что же это? Скажи мне. Я не знаю, что мне делать. Мне так мучительно больно. Месть не разрешает проблем. Она лишь создает большее. Вчера мой покровитель умер. Я не смог его спасти. Какая ирония, что я, Юнгтон Драбьел, кто может уничтожить тысячи, не может ничего сделать, чтобы спасти одного человека от смерти. Каждый умирает, разве не так? Когда приходит смерть, лишь деяния твоей жизни сопровождают тебя. Твое будущее выйдет из твоего прошлого, подобно тому, как цветок Удумбара появляется из его семени. Тогда будущее для моей матери и для меня – ничто, кроме как страдания. Если бы я только мог взять на себя часть моей матери во всем этом, я бы это сделал. Ты не можешь изменить свои кармы, подобно тому, как ты меняешь скакуна. Это не так просто. Но есть способ помочь твоей матери. Что это за способ? Следуя пути просветленных, тебе предназначено добраться к месту за пределами всех страданий. Это является путем действительной помощи твоей матери и всем живым существам. Драгоценный учитель, можешь ли ты обучить меня этому пути? Этот старый дурак может лишь указать тебе, куда держать путь. Дальше я идти не могу. Идем со мной. Нет, но я желаю тебе удачи. Надеюсь, ты найдешь, что ищешь. Будь здоров.
Как бесчувственно пренебрегать чьей-то жизнью, сражаясь с врагами, которые подобны хрупким цветкам? Как глупо растрачивать свою жизнь бессмысленно, когда драгоценное человеческое тело – такой редкий подарок? Милорепа, песни снежной гряды. Жизнь Милорепы – наиболее любимая история тибетского народа и одна из величайших книг о созерцательной жизни во всей мировой литературе. Милорепа часто говорил: «Любой человек может упорствовать и достичь того же». Во второй части его истории Милорепа путешествует для встречи с Марпой, переводчиком, его предсказанным учителем, и вступает на тяжелый путь к просветлению за одну жизнь. Выход части 2 «Милорепа. Путь к просветлению» намечен на 2009 год.